Жители села Успенское проблем с канализацией и водоснабжением больше не имеют. Недавно построенный напорный коллектор и отремонтированная канализационно-насосная станция работают без перебоев. При строительстве было проложено более 4500 метров канализации от Успенского до очистных сооружений поселка Горки-10, а после реконструкции производительность КНС увеличилась в 2,5 раза. Работу объектов проинспектировал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Этот комплекс работ он и позволил, скажем так, и сделать задел на перспективу, потому что здесь запас теперь по мощности как минимум 2-кратный. В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Дмитрий Голубков также проверил ход капитального ремонта инженерных сетей в селе Каринское. В поселке проживают более 1500 человек. Инженерные сети обслуживают 12 многоквартирных и 52 частных дома, а также 3 социальных объекта. Очистные сооружения были построены несколько лет назад, и за последнее время нагрузка на них существенно возросла. Тут сети уже были изношены, и поэтому, конечно, для поселка очень важно, чтобы здесь вся инженерная инфраструктура была надежной, целой, не сбоила, обладала достаточным резервом для новых подключений. Работы по строительству и реконструкции этих объектов проводятся за счет областного и муниципального бюджетов и входят в народную программу «Единой России». Полина Толмачева, телеканал «Одинцова».